Уже завтра в картинной галерее «Черкесск» откроется выставка картин нашего земляка, ветерана Великой Отечественной войны Константина Ткачева. Экспозиция будет состоять из 50 работ ныне покойного фронтовика, написанных в основном с натуры и ранее нигде не выставлявшихся. Хотя ветеран мечтал об этом много лет. Об этом в ходе прямой линии с главой Карачаево-Черкесии рассказала его внучка, которая и попросила Рашида Темрезова организовать эту выставку. Отметим, что живописью Константин Ткачев занимался последние 20 лет своей жизни. В его коллекции остались недописанные картины и зарисовки, которые также войдут в экспозицию. Так как он ветеран Великой Отечественной войны, у него богатая история, он занимался живописью последние 20 лет, но не занимался их продажей или экспонированием. Все хранилось у него дома. И вот мы первый раз выставляем все его работы. Выставка продлится чуть больше 2 недель, и каждый желающий может ее посетить. Монтаж уже на стадии завершения. Каждая его работа нашла место, куда она будет определена. В ближайший день-полтора мы уже все развесим, расставим, и все будет готово.